Мы долго раскачивались в первом тайме. Как-то не хватало нам концентрации на первых минутах. Ну, наверняка вот то, что молодые игроки, когда получают нагрузки, они где-то вот в таких моментах теряются с командой, которая более опытная, скажем так. Но мне понравилось, как мы отреагировали во втором тайме: что при счете 2-0 мы нашли в себе силы пойти вперед и ну, доволен тем, что мы проявили и не только характер, но и то, что мы на тренировках просили, то есть, каким образом мы преодолевали соперника. Мне это понравилось, по большому счету. Во-первых, уже по тренировкам так, думаю, что мы готовы на 90 минут, и ну надо учитывать то, что очень сложно готовить себя на две игры, потому что разминка, затем играешь 30 минут, затем еще одна разминка 60 минут, это довольно сложно. Поэтому вот как только мы увидели, что ребята готовы на 90 минут, тогда мы сразу перешли на 90. Ну, Во-первых, мы должны играть на победу, мы должны э, работать над позиционным нападением, при этом знать, каким образом мы перестраиваемся в защиту. То есть э, те ребята, которые вот у нас выйдут во второй игре, они это, думаю, что Прекрасно знаю только, каким образом мы будем это выполнять, но это уже зависит в том числе от соперника. Нам надо над многим поработать. Оборона, атака, переходы, стандартное положение. И когда ты играешь на фоне не совсем такого свежего состояния, но это вполне естественно на сборах, наверное.